Для Кирилла Тихомирова отказ от личного автомобиля в пользу велосипеда – дело привычное. Но сегодня особый повод – всероссийская акция на работу на велосипеде. Для него это путь в 22 километра, но Кирилл отмечает, преодолеть это расстояние не проблема. Опыт езды – 4 года. На велосипеде меньше отвлекаешься на, ну, как бы на дорогу, больше позитивных эмоций. Но все же для большинства путь от дома на работу на велосипеде – случай редкий. Простому обывателю такой путь дается нелегко. Я на велосипед сажусь редко, и поэтому сегодня решила добраться на нем до работы, потому что ехать всего 3 километра. На большее я бы не решилась. Не решились многие. В общественном транспорте этим утром было традиционно людно. Причин отказаться от поездки на велосипеде пассажиры назвали немало. Было бы где ездить на велосипедах? Не по этим дорогам. Возможно, и стоило бы проводить эту акцию, а так только по стрелке можно кататься. Дороги у нас плохие, велосипедных дорожек нет, поэтому велосипед в Ярославле не переживается никак. В итоге на акцию в Ярославле, по сведениям организаторов, откликнулись примерно 300 человек. Хотя организаторы в отказе от личного и общественного транспорта в пользу велосипедов видят много плюсов. Если большинство людей, ну или хотя бы часть людей пересядет на велосипеды, это улучшит транспортную обстановку в городе. Также и экологии города не помешает. Организаторы добавляют, скоро лето, а значит, погода позволяет отказаться от машин и автобусов не только в день акции, но и на ближайшие 3 месяца. Выбор за горожанами. Эмилия Капустина, Денис Лосев. День в событиях.